Всем привет, друзья! Сегодня в обзоре у нас жесткий диск от компании Silicon Power. Это Armor A60. Жесткий диск внешний, USB 3.1 на 5 терабайт. Взял я его специально под майнинг Chia, потому что у него более-менее адекватная цена в соотношении к терабайтам. Все знают, что сейчас жесткие диски улетели в космос. Цены на них, на эти жесткие диски, особенно на там, 18 терабайт, на 20 терабайт, они там за сотню стоят. А на 5 терабайт примерно еще оптимальная цена. И стоит он в районе 10 тысяч рублей. Этот внешний жесткий диск, он водоустойчивый, ударопрочный. В общем, хорошая вещь. Ссылочка в описании к видео. Давай откроем и посмотрим, что же он из себя представляет. Вот так выглядит сам внешний жесткий диск. Он в пластиковом корпусе, прочный, жесткий. Сбоку прикрепляется кабель для него, USB 3.1. И разъем для подключения USB тоже защищен силиконовой прокладкой. Вот такой вот вставкой, что ли, силиконовая вставка, для того, чтобы туда ничего не попадало, ни пыль, ни влага. Гарантия на такой диск 3 года. Все основные характеристики я оставлю в описании к видео. Не забывай ставить лайки, подписывайся на канал. Пока-пока.